Всем привет! Вот такая она удивительная жизнь. Сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Я, Олеся Грибок, актриса сериала «Выше неба», оказалась совершенно случайно возле главного корпуса Белорусского государственного университета, около которого мы, собственно, и снимали сериал «Выше неба». И вот я прямо сейчас иду по дорожке, на которой я подло предлагала Никиту и сказала Грише, что на самом деле я его не люблю, хотя это было не так. Я хочу пожелать вам, друзья мои дорогие, любите друг друга, цените, заботьтесь друг о друге, проходите тестирование на ВИЧ, живите с удовольствием, с уверенностью в завтрашнем дне, вне зависимости от результата, с уверенностью в тех людях, которые вас окружают и которые, несомненно, тоже вас очень любят и о вас заботятся.